Ну и закончим программу, естественно, нашей королевой опросов, Оксаной Стяжкиной, увидев которую, многие кировчане уже начинают испытывать резко икоту и желание перейти на другую сторону улицы. Так вот, Оксана сегодня решила спросить кировчан о наболевшем. Что терзает ее тонкую, ранимую девичью душу? Как познакомиться с нормальным парнем? А, ну, примерно с такой интонацией спрашивала Оксана. Как познакомиться с парнем? Сделать комплимент, допустим, ему. Построить глазки. Сходить в ночной клуб. Я вот с мужчиной познакомилась. Я тут живу, а он по другую сторону живет. Вот с Колей. Его Коля зовут. Вот и все. Познакомились для того, чтобы сидеть, кружочки поделать. А как познакомились-то? А вот так, на фонтане. Просто познакомились, говорили, говорили каждый день. А потом стали вместе ходить. Подойти, обычно сказать привет. И дальше сам разговор закрутится. Если парень тоже этого захочет, он, наверное, явно продолжит разговор. Но нужно быть просто естественной, нужно проявить свою харизму, пофлиртовать немножко, конечно. Ну, просто как-то на отдаленную тему заговорить, а там уже сам разговор пойдет, и все. Сходить на скалодром. И там что? Я там мужа нашла. Привет, постраховай, пожалуйста. И вот. Вот и все, постраховал. Ну, спрашиваю, как зовут, и говорю, что мне от него надо. Ну, знаете, красиво улыбнуться. Ну, самое элементарное — подсказать, как решить задачу. Слово за слово, и все. Флиртовать, глазки строить. Подмигнуть. Мне сейчас вот они неинтересны. Да? Ну, а как быть? Ну, вот я сяду, поговорю с ним. И что? Сидел вчера молодой человек, смотрю, грустный. Я говорю, что случилось? Девушка, ой, сейчас девушек я не вижу. Да? Нет. Вот только вы, да я, да мы с тобой.